Project. Создали. Создаем новый проект. Сколько точек у нас по вертикали, по горизонтали, по вертикали? Ок. Получается у нас вот такой квадрат. Такой. Добавляем контроллер. Контроллер, ну какой, CS1 либо CS8. Ну пусть будет CS1, какой стоит по умолчанию. Дальше выбираем чип. Ну, у меня уже стоит 18.04. Это для пикселей. Окей. Это одноканальный. Дальше выбираем точки. Как будут располагаться. Ну, допустим, мы начали отсюда подключать. Пошло. Перешли вниз потом. Пошло. Потом пошли вот так, таким образом. То есть, вот у нас получается цепочка, как у нас идет в букве или там где-то. Она соединяет именно в той последовательности, да, которую ты видишь. Да. Если тебе надо поменять, ты ошибся. Все, тогда либо действие назад, вот оно. Ага. Ну, как обычно. Все, последнее действие назад, ага. Ну, чтобы не так сложно было. Опять же, надо повторять так, как на объекте. То есть, может быть, вот так вообще быть. Отсюда пошло, вот примерно так. А, все, мы это сделали, вышли, вот у нас что получилось. И дальше динамика, либо видео заливаем, какое-либо, откуда-либо, ну у меня вот готовое что-то есть. Просто как квадрат, как на экран заливаем, ну, да, видео? Но видео должно, соответственно, быть именно под это все сделано. Ну вот, что получилось. Ага. Ну, видео тоже как бы готовить надо. Я сам его не готов, Дима, не делать в этом вопросе. Ну, вот примерно так.